Всем привет, дорогие зрители, подписчики наших каналов. С вами снова Артур и Артём. Всем привет. Мы продолжаем проходить Dead Island Riptide. Ты знаешь, как это переводится? Я все-таки кстати говоря, забыл как посмотреть. Это переводится? Не знаю, я взял алкоголь, и мне нормально. Это очень атмосферное, очень внимательное к сюжету прохождение. То есть все как обещали. Все как обычно. Знаешь, что самое печальное? То, что я вообще не знаю, где мы находимся. В последней серии мы... Последнюю серию на самом деле остановили и сейчас отреспаунились вообще в непонятном месте. На самом деле последнюю серию мы там записывали уже довольно-таки, не могу сказать, что сильно поздно, но блин, я, допустим, был упорот. Ну, ты, это твое обычное состояние. Да, поэтому сегодня мы так со свежими силами, ну и возможно у нас все получится более. Отходим. Валим, местные какие-то. Нам надо, короче, запустить лодку, ты помнишь? Лодку мы запустили, вон она, в 24 метрах. Ну, блин, там же такое месиво начинается, когда просто мы... Просто нужно отъезжать, я вчера был не особо вменяемый, ехал прямо на них, нужно их этот... Вообще, да, тем более мы серии там, блин, по часу записывали. Да. Потому что тупо я увлекались. Я на лодке. О, смотри, жирный. Бежим, он обиделся. Блин, а я забыл, как что надо нажимать. А мы тут были, кстати. Да нет, понятное дело. И я повернул туда. Не дави их, оно не давится. Зато винтом убивается хорошо. Винтом? Круто. Нормально они давятся. Так, а куда мы едем вообще? Ну, 150 метров, но надо понять. В другую сторону. Сейчас направо повернешь. Нет, ну я думаю, мы объедем, да. Сейчас просто направо. Да, оп. Ну, куда-то в ту сторону, да. Да, вот вроде правильно. Потом налево повернешь. Почему налево? Давай сюда. Ну, видимо, у меня не то задание, что ли? Подожди. А, блин, точно налево. Нет, используйте лодку, чтобы пробраться через джунгли, у меня написано. И мы сейчас плывем. Да, вот этот причал, мы, собственно, к нему и приплыли. Вот, все, видишь, просто оказалось, просто да, на свежую здесь голову. Здесь уже еще одна здоровая лодка. Зачем мы тогда ту собирали? Я не знаю. Ну... Ох, сколько вас тут. Сюда этой. Так, а на самом деле у меня нет оружия, по-моему. Может, что-то есть, но я категорически отказываюсь сейчас включать инвентарь. Если что, я тебе сейчас дам что-нибудь. Какой-нибудь злобный нож или там вредный ключ. Вялый молоток какой. Да. Мужчина. Так, ну вроде размотали. Это нормально. Есть время заглянуть в инвентарь. Окей, рюкзак. Да, я, кстати, поставил наконец-то русскую локализацию, чтобы тебе не пришлось переводить. Да, это было тоже очень непорото, поэтому. Так, посох. Гвоздомет можно убрать. Он говно. Злобно. Ну, у меня есть оружие, в общем, кое-какое, поэтому. Угу. Все в порядке. Слушай, мне нравится посох, он хорошо ломает руки. О, это что у тебя такое? Это посох какой-то. Ты где такое взял? Не знаю, в инвентаре нашел только что. Кошмар. А ты не предзаказывал, кстати говоря? Ну, я не знаю. Мне ключик прислали. А, просто... И я предзагрузку делал. Это считается за предзаказ? По-моему, да. Просто вот эти вот... Посмотри, а тут страшные звуки такие. Просто вот эти вот... у меня, помнишь, вчера чуть ли не джедайский меч был? Да-да-да. Он... По предзаказу, да? Предзаказа, да. Ну, видишь, у меня не было, значит. А может, он у тебя в рюкзаке лежит? О, капец, там страшновато. Чё. Блин, ну, колотуха у меня, конечно. Пойдем в Микеланджело. Сплинтер там. Да-да-да. Капец, тут явно что-то нехорошее сейчас будет. Да, тут явно не просто обычный зомбарь. О, они горят. Хотя... О, смотри. Капец. А чё это они так... Там нет. Сзади хоть не встают? Нет, вроде. Это эти, какого? А чё мы ждём-то здесь? Ты видишь? Тотем вот этот, да? Угу. Тотем точно. Я думаю, а он заставляет его гореть, что ли? Так. Я, пожалуй, маленький психану. Кстати, да, надо попробовать. Ну, они тут все валяются. Ну, ладно, потом. Же, валяюсь, что я психану. Ты просто псих. Язык. Не стоит благодарности. Так, и что тут? Фрукты? Это подношение? Подношение мне. На самом деле, да? Приехали туристы. Да. Жрут все отнимают.
Не пропадут, ребят. Фу, тут их много, и там что-то хорошее лежит, по-моему. Спокойно. Так, знаешь, уровень поднять. Да там народ толпа, не до уровня, как тебе сказал. О, хорошо так. Девушка, у нее рука тяжелая. А у меня тяжелая моя. На. Блин, я забыл включить кулаки, когда ярость использовал. Ну ладно, и так. Блин, а я не посмотрел, как ты. Там он посохом этим махал, как настоящий. Секаторы, да. Режим секатора включен. Activated. Так, ну что, нападай. А мы опять что ли не в ту сторону идем? Да, не в ту, но тут что-то прикольное просто. Заботали просто. Ну, вообще, я же говорю, это прохождение можно сравнивать, наверное, со Скайримом, только таким кооперативным, по сути. Да. Это не что, дуваки, но два, я не знаю, парни с подъезда таких. Два пацана. Пацана! Японский. Так, и ты еще не прокачал в зон, да? Да, здесь третьего уровня. Нет, тут есть сейчас... Уже третьего даже. Кстати, что там у меня? О, у меня есть одно доступное очко умение. Да-да-да, очко умение. Подожди, теперь я наконец-то могу читать вообще, что это значит. У меня доступно улучшение один, а я не могу его использовать. Странно. Ну, видимо, сюда пока что качать. Увеличивает урон в пьяном виде. То, что нужно. Идем. Все. Все, я теперь могу со следующего уровня прокачать уже. То, что нужно, действительно. Так, это все, да, пещера? Дождь пошел. Да что ж с этим островом не так? Ну, прикольно, пещерка такая, мне понравилась. Хватит бить его по жопе. Капец, а вот... Тут какие-то дикие племена, что ли, есть? Ну, а, может, когда-то в оригинальном Дарвинге, кстати, были. Да? Да. Толково. Нормально. Так, вот мы пришли туда, куда мы пришли. Нам осталось 70 метров идти. Во, смотри, идет. Есть что кинуть? Нет. Что-нибудь ненужное? Молотов только. Пойдет? Не-не-не, я сейчас свою палку. Не. Ну, плевать вообще. Он такой, че? Блин, подними меня. Нормально ты ему подкинул. Да я как-то... Не рассчитал. Ну, бывает. Да. Так, это мое оружие. Мое. Майн. Надо будет починить, кстати, все. Блин, я посох свой не могу взять. А я не мог взять твой молот, кстати. О, меня сейчас точно свинтит. Почему я не могу свой? А вот он. Ой-ой. Я его так долго качал. Да свали ты, ну. Что-то мне нехорошо. И аптечек нет. Бошки, бошки им дави. Да, они так неплохо умирают. Ух ты, откуда взялся? Капец. Ты блин. Там убил его, нет? Да нет. Какая-то женщина бежит явно не в себе. Мне просто нравится дробящее оружие. Им прикольно ломать. А мне нравится бить с прыжка. Это да, это вообще победа просто. Чек Норрис такой. Еще прикольный удар. Попробую этот с разгону ногой удар. Типа именно спринт, да, включить? Да, но оно выглядит как обычный пинок, но сильнее шибает, по моим ощущениям. Они отлетают просто. О, ну-ка. Это настолько дебильно выглядело. Насколько эпично. Так, тут есть закуска, можешь приховать. Здесь, смотри, что-то, кстати, подъем какой-то есть. Я посмотрю карту, куда он ведет. Давай. Он ведет в никуда, поэтому я предлагаю туда заглянуть. Там, наверное, какой-нибудь ящичек лежит. Там просто не показывает никакой локации. Давай, глянем. Ты съел там банку с консервой, да? Да. Я еще путеводитель. Тогда полезли. Подобрал. Путеводитель есть. Возьми, пожалуйста. Угу, я уже. Тарзан. Стайл. По Тарзан стайл. Не надо. Оп. Оп. Так, нет, а что тут вообще ничего хорошего. А, вон, смотри, кого-то харчили. А, зато я на дерево залез, и теперь я такой. Как хищник. Пес вообще. Как хищник. Я не умею. Я разучился. Разучился уже. Ну ладно. А по-моему, ништяк был.
И такое ощущение, что это реально хищник ты видел поработал. Ролик в интернете, «Хищник разошелся» называется? Нет. Что там, короче, сначала показывают Эвока, ну, из «Звездных войн». Такой бегает, и на него такой треугольник, и полетел, короче, взорвался. Дальше показывают Фродо такой, там, с хоббитами. Он такой: «Бегите с дороги!» На Мэри с Пиппина там этот точечка такая тройная, такая чу-чу-чу-чу. Потом еще что-то. Не помню, уже где-то, наверное, с месяца назад смотрел. Так, и что мы сюда пришли? Не знаю, меня испугал этот зомбарь. Короче, пойдем наверх по дороге. Куда ты нас завел, Сусадин? Да. Как-то тут тихо. Тупо. Блин, как они дышат вообще? С похмелья-то, понятное дело. Капец, у меня такие татухи на руках. Короче, я быстрый способ спуска нашел. Че, правда, что ли? Потому что не получилось прицепиться за Лиану. Ой-ой-ой, текай, 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 текай. Блин. Что с тобой? Там взорвался хмырь. Блин, у меня аптечки нет, так что умрешь. Извини. Спасибо. А что, как бы, штрафы какие-то есть, если я умираю? Я думаю, может, оружие портится или... Ладно. Или там, не знаю, очко отнимает. Очко, ну ты понял. Ну ты понял, да. Персонаж свой заматюкался что-то. Жутко так. Так. Палка. Ладно, хоть так. Так, тут есть станок, между прочим. Ну зачем мне эти кастеты, если они, блин, требуют 22 уровня? А у меня 21, в принципе. Так. Че, Моргенштерн. О, это прикольная штука вроде. А, надо отремонтировать сначала, да, прежде чем. Так, создать я могу колючку. Вот простой способ усилить любую дубину. Вам понадобится всего лишь немного колючей проволоки. Изготовить такое оружие очень просто, однако. Его эффективность против трупаков. Трупаки. Окей, локализация нормально. Нормально. Так, ну. Во. Сейчас у меня будет посох смерти просто. А я создал... Господи, я боюсь. Короче, я этот череп прокачал на палке и на него еще колючую проволоку намотал. А я намотал колючую проволоку на посох. Вот. Так что все норм. Так что сейчас будет... Тыщ-тыщ-тыщ. Бедищ, да. Бедищ-тыщ-тыщ. Ну, подожди, я что-то там... не вижу особо. А нет, смотри, что-то есть. Посмотри на мое оружие, и не вижу, просто есть у меня там колючий проволок. О, у тебя череп на мотор. Не, брутально, так брутально. Бруталы есть. Жи есть. Пойдем не в ту сторону. А, да. Вот, а мужчина откуда-то пришел. Нормально ты ему втащил. Да, я могу. Отпинали. Мозги брызнули. Прикольно так. Беспонтово как-то. Окей. А тут что? О, это лаборатория какая-то. Я бы такой заглянул. Ребята просто такие... Это было дерзко. Нет, с их стороны было дерзко. Только не знаю, зачем она нам. Ну, дверь сломать, я не знаю. Так, сейчас я еще уровень подниму. Warning. Note is passing. Типа не входить. Эксперименты высшего уровня. Биологической опасности. Говнодав умение. Удары ногой на бегу наносят дополнительный урон. Так. Атака апперкотом. Пока нет говноеда, можно жить спокойно. Да уж. Капец, это как так можно было перевести вообще? Я не понимаю. Интересно, как она на оригинальном языке. Ледяная ярость. Подвести. У тебя сзади, кстати, там. Сбивай, сбивай. Я там прокачиваю умение, читаю. Череп, я, конечно, такой. Капец просто. Нормально. У тебя еще пистолет в кобуре. Ну, то запасной. То есть, если застрелиться, там один патрон.
А может быть он чисто там, ну, для понтов, я не знаю. Ну, не исключено. Так, выполните мощь. Что сказал? Левый триггер. Ого. Ой. Фая! Сейчас, сейчас, я чихну. Я сейчас чихну. Внимание. Апперкот прокачал. Все, такой... приехали. Приехали. Как прям в этом у куриных было. Да, в нашем случае только просто упоротых куриных. Немножко поломался мостик. Придется обойти. Это Логан, что ли, так разглагольствует? Я от него не ожидал. Он столько не говорит обычно, да? Ага. Да уж, сегодня он просто. Gone, Harlow. The storm must have taken it out. Well, that'd be the day. Now what? Head back to Halai and see if they know another way to end it. Назад в Халай? Great. All right, I'll head back. Так, вернемся в Халай. Халай у нас. Почему нельзя отслеживать задание? Мне это не нравится. Там сзади зомби встают, если что. Встают? Уже так, идет к тебе. Нам вообще, короче, сейчас нужно в тот город, где мы, помнишь, умирали, где движок искали для машины. Блин, он увернулся от моего апперкота, сволочь. Уже я втащил. Ладно, я упал. Ты не от меня упал? От тебя, конечно, откроешь. Блин. Так, подожди, я сяду. Да что такое? Я не могу, я не могу. Вот, все, поехали. Все, погнали. Жми, Федор. Ну, вообще нам вот сюда. Отлично. Чтобы обратно плыть. Ну, я думаю, нет, подожди, мы... Подожди, нет, пока что посмотрим. Так, это у нас мы... Мы сейчас... Там мы по этой дороге как раз и выйдем туда. Так, а слышь... А давай просто быстрое перемещение используем и все. Да, потом, ты смотри, тут прямая дорога, сколько народу можно подавить. На стекло побить. Да уж, это важно. Я потом предусмотрительно сел на заднее сиденье. Угу. Блин, гадюшник какой-то. Тут везде, по-моему. Здравствуйте. Спасите Люка. Это тот самый? Будем его спасать. Какого Люка? Не знаю, мне новое задание, помогите Люку. А где Люк? Я не знаю, где-то там орал, ты проехал. Окей. Так, ну пойдем найдем. Вон он, видишь, стоит. Вот тут, наверное. Да вот он стоит наверху. Я не вижу. Да, блин, на трейлере. Ну я понял уже, но я не вижу. Окей. У тебя вообще задание появилось это? Да. А, ну тогда ладно, я то и думал, может, там как-то своя система какая-то. Так, а чем ему помочь? Алкоголь ему? Наверное, с ним давай поговорить надо. Да, поговори тогда. А я тут снизу. Караулю. Да мы ему уже помогли, считается. Ну отлично. Сейчас он нам дает. О, опять дождь пошел. Мужчина, поехали с нами. Тут ты умрешь, тут не самое лучшее место. 1300, ого. Нет, сел под дождем, да что за люди, ну? Зато 1400, ааа, током бахнул. Током? А, вон, точно. Ладно, поехали дальше. Я взял отбеливатель. Отлично, подожди, а чуть валяется. Ножик, отлично. Так, теперь нам... теперь нам направо, понятно. Так, повернули. Типа, да. Подожди, а какое право нам? Нам не на это право, по-моему. Он туда, блин, направо. Вот на этом, на радаре показывалась бы еще сама карта, потому что там чисто указатели эти метки. Ну, блин. Это было бы слишком просто. Это было бы слишком круто. О, обожаю место машины. Куда ехать? Там еще Мугамби надо помочь. Мугамба вас не надо. Блин. Здравствуйте. Помоги ему, Мугамбе. Мугамба, по-моему, доволен жизнью. Мугамба? Мугамба.
он нам дал денег? Нет. Да, сейчас я с ним поговорю, он нам даст денег. Тут 1400 дал, круто. Этот, наверное, тоже что-нибудь. Давай. Толя любит Мугамбу. Проблем. Саша любит Мугамбу. Что он нам дал? 1400. Смотри, тоже уселся, подожди. Ему сейчас я открою этот слом. Отлично. Это очень торжественно. Тот самый момент, которого все ждали. Угу. Так, замки первого уровня открывать я могу. Круто. Это хорошо. Ну и что-то еще есть у нас. С питанием обновлю, кто первым встал, того и тапки. Толково. Это мои фрукты. Хотя мне не нужны. Майн. Майн. У меня там вообще здоровье не очень. А с той стороны написано Dead Zone. А заглянь. То есть нам туда? Да, скорее всего. Нет, нам вообще не туда, ну ладно, нам туда. А вообще нам вон туда, вон вниз по дороге, по-моему. Угу. Так, я сяду в свою машину. У нас будет... Нет. И у нас будет, типа... Я не знаю, что это будет. Автоколор. Эрон-дон-дон будет. Рэн-дэн-дэн. Ты пошел в Dead Zone? Да, я хочу посмотреть. Там просто кишки там... О, там толстяк. Капец. Stay the fuck down. Спокойно. Нет, мне нравится все-таки, как они прописываются. Угу. Хорошо. Хорошо. Ты там на кого полез, он же тебя сейчас заплюет. Да, смотри, сейчас. Смотри, как это делается. Это вот так. Так. Я ему уже с прыжка втащил. Блин, он меня заплевал. Почему ты джедайским синим светишься? Потому что я звериным пользуюсь. Ты тоже пользуешься почаще. Не, у меня просто еще не заполнилась строка. О, у него кишки вылезли наружу. Толково, да. Это кишки? Он вообще мне что-то другое напоминает. Все, 18 тысяч плюс надо рейтинг ставить на серию. Просто мы с Антошкой попрогозили немножко. Кишки, мозги. Так, а там внутри ничего нет. Это похоже так чисто. Декорация. Да, декорация. Уликами. И что тут? Ну, баксы кругом. Не, ну может там внутрь вон войти можно. Типа дверь какая-то, смотри. Там дверь есть? Да, вот. Ух ты. Все, и мы опять заходим. Сейчас опять месиво, я чувствую, начнется такое же. Помнишь, да. Мы зашли? Да, может, да, это да. Тоже была Dead Zone. Да, там, кстати, Dead Zone было написано. О, да, тогда мы удачно зашли. Опять как темно и страшно. Оно даже внешне отличается. То есть такой, это такое дженерик. Испытание. Вашу мать, сдохните просто уже, ну. Здесь еще не попрыгаешь как-то, слишком низко. Блин, я пытаюсь залезть в инвентарь. Где? Спокойно. Ух, все классно. Блин, еще плюс мой. Ты их просто... Пора использовать Моргенштерн. Давай, Моргенштерн. Я сейчас не отказываюсь от помощи Моргенштерном. Ой, опять это получается... Морген. Утро. Да. Штерн, звезда. То есть утренняя звезда. Морнинг стар. Да. Ты смотри, еще иди. Здоровья. А, сволочь. Ай-яй-яй, больно. Да сейчас размотаем. На самом деле мы тут хотя бы этот... Вот там сколько снаружи всяких. Опыта получим. Палка такая. Такой палкой, я не знаю. Не. Отлично. Такую палку только выкинуть можно. Дикое молот. Представляешь, какой сдох. Дикое у меня молот? Именно дикое. Угу. Блин, зачем себе палку подобрал? Ну ладно, кину хотя бы. Капец, наверное. Вот тут такая дама гламурная. Ха. Была. Ой, как темно. Спокойно. Ах, промазал. Как можно ногой промазать? Дарчек Норрис, он требует подготовки. О, а чё он дымится? Капец.
Дверной проем, как Dead Space. Ааа, меня завалили. Совсем завалили? Нет. Уронили. Так, капец, токсичный ходок. Это токсичный ходок, понятно. Ой, нормально, у нее башка разлетелась. Нормально, размотаем сейчас. Меня совсем размотали. Я, в принципе, тут же появился. Получайно. Смотри. Да не вставай, ты тебя же уронил только что. Не. Капец. Страшные что? Люди, если подумать. Все. Ну там фу. Снаружи еще осталось. Вот ты его, допустим. Ох, нифига, зарядил. Че, как Моргенштерн? Пойдет. Алмазная грань модификации. Короче, сюда не зря ходим. Тут можно найти всякие прикольные чертежики. Вон там алюминиевая труба. Платы там. Ага. Компьютерный хлам. Да-да-да, электронный хлам. Так, тут замок третьего уровня. Блин. Как так? Чё, ничего. Не попали. Попали. Хорошо. О, сколько вас тут. Ребята. Ой, это что-то, это упоротая система. О, капец. Вот мах кинул и убил меня. А, я деньги теряю. 544 бакса потеряны. А, вот оно что. Понятно. Это не самое страшное, что может случиться. На деньгах счастье. А вот, в Моргенштерне. Да. О, бумеранг сработал. Жаль. Так, как ты там со своей стороны справляешься? Да нормально пойдет. Я уже всех размотал тут. Ну, у меня тут не сильно много было. Тут у меня тоже немного, но я не ожидал, что они будут меня кидать на шайбу, поэтому... Капец. Ну все. Так, хорошо. Блин, как темновато тут. Да, вообще. Дикое молоток. Это я кидался. Окей, собираю тогда. Да я не буду собирать. Вроде все. Так, ну все, взяли чертежик и валим. И валим. Нормально так зашли. И музыка такая дикая. Дикая. Пикаем. Что такое? Да я вспомнил. Спака. Из Хищника. Кто они? Откуда они пришли? Да-да-да-да-да. Серьёзно, они нас приняли. Какие ваши доказательства? Кокаином. У него, знаешь, ой, страшно такое. У него самое ценное, что там есть в этой сцене, это выражение лица. Кокаином. И глаза так светятся довольно. Так. Нашёл. Я нашёл. По-моему, там к тебе побежала. Или нет? Да. А бегает и орёт просто. Истеричка. Да. Бывают на женщин как-то этот вирус по-особому подействовал. Там часом не мою машину угнал. Later. Естественно. Естественно, мою. Я лобовуху тебе раскрошил. Спасибо. Так, хорошо, на самом деле мы едем не в эту сторону, отсюда мы приехали. Вот. Офигеть, мы, короче, туда... Тихо. Спасибо. Мы туда ездили чисто, чтобы понять, что мы тут проехать не можем. Замечательный такой сюжетный поворот. Толково, да. Так, а сейчас нам налево или прямо? Налево. По идее. Давай сюда. А ты что, толстая? Ух ты, здесь продавали сувениры, похоже. Ну да, до того, как мы приехали. Больше не будут. Бар. Так, здесь никто спасения не хочет, там туалет стоит. Спасение не хочет, туалет стоит, окей. Хорошо, транспортная пробка. Так, мы опять мы удаляемся, по-моему.
Не, мы ехали здесь... правильно, но сейчас опять. Мы здесь были, кстати говоря. Да, я... да, 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 да. Так, и бар, и в тот бар мы тоже заходили. Короче, веди меня штурм. Изи, right. Сейчас, easy, сейчас пока правильно. Вот сюда, наверное? Сюда, наверное, да. Все, выходим. Кому там что надо? А, я, по-моему, помню это место. Здесь мы, по-моему... Я говорю, сейчас я бабам принесу. Помнишь? Вот тут, да, это оно было? Мне кажется, это оно было. А фиг знает. Я был слишком упорот, чё. Зомби. Ты ж в бар можно было зайти там подремонтироваться. Хотя, в принципе, мы сейчас идем в ту сторону, там есть... С этим черепом. Нормально. Обмотанным колючей проволокой. Ну я, в принципе, с этой мясной колотушкой тоже. Нормально. Ох, посох. Блин, мне нравится этот посох. Почему ты деньги не собираешь? А, это здоровый парень. Деньги, они для слабаков. Получи. Ломаем руку. Нооп. Член. Главное завалить, а там запинаем. Ау. Не бьется, не ломается, а только кувыркается. Ну и чё? О, что-то треснуло. Надеюсь, это не ты. Это моя шея. Потому что я умер. Ничего. Совсем. Иногда бывает. А ты посмотри, что делает. О, одна рука вот сломалась. Это... Кто-то из нас только что это сделал. Я влетел просто с лестницы. Они прикольно болтаются. Когда он пытается бить, я смотрю на вторую руку. Что ты делаешь-то? Я апперкот, у меня новый прием есть. Который нехило так снимает. Я вообще включил припадок, но не буду. Ой, да он заколебал уже, сдохнет, нет? Блин, я аптечку использовал. Идиот! Это надо зажимать, а не нажимать. Да, я понял. И все равно, вот он меня... палку какую-то достает, то есть он не когтями машет, как я думал. Летел. Слушай, ну мы же были здесь, да? Да, были. Мы сейчас идем примерно туда, где мы и были уже. Ладно. Нам просто по-быстрому нужно пробраться, и я предлагаю какой-нибудь нестандартный путь, типа вот, скажем, я не знаю, отсюда. Ты уверен, что там безопасно? Ну, по крайней мере, мы тут не были. Они ж и в воде как бы тоже... Что-нибудь найдем, я думаю, там какие-нибудь чертежи. Похоже, нет. Или тупик. Тоже неплохо. Мы типа скрытно движемся. Да, давай присядь. Нас заметили, если что, ну ладно. А, блин. Уже. Капец, куда я попал? В ад. Прямиком в ад. Там толстый в клетке. Толстый. Знаешь, толстой в клетке. А, блин. Да вот толстый, он не в клетке. Ну, он с другой стороны. Мужчина, да. Не плюйтесь, господи, что же вы делаете? Какой кошмар. Да, блин, я опять вкатил аптечку. Что за идиот? Зачем? Не знаю. Кнопку Б нажал, чтобы присесть. А она не присесть, оказывается. Я сломал даме руку. И сердце. Рада съесть. Что ж вы... Блин, он так харизматично стукнулся об стол головой. Ты прилетел так. God damn it. Короче, пора резать. Нет. Нормально ты меня втащил. А еще, говорит, Логан бесполезный персонаж. Конечно, бесполезный. Ох, так. Ну в этот раз мы как-то побыстрее продвигаемся, чем в прошлый, да? Да уж. Да и как-то более целенаправленно, по-моему. Ну да. Маленько освоились, че? Ну, в прошлый раз мы тут просто на самом деле уматовые были, какие-то ржали. Да. Так, сейчас я прокачаюсь немножко. О, взято 1000... Откуда взято, интересно, 1134 бакса?
Ну, оттуда. Я ж подобрал. Может быть, а может и нет, не помню. Нет, это нам за то, что мы добрались. Серьезно, чувак. Ух ты. Миссионер. Маркус Вилла. Он такой крокодил Данди. Я прости. Помогите миссионеру. Да говно вопрос. Хорошо, только нам нужно починиться. Сколько метров? 800? А, 87. Мужчина, оказалось. Я, конечно, все понимаю, но вы нас пустите, может, там покушать, отдохнуть. Действительно, смотрите, уже сколько можно шаримся тут. Чувак с каким-то пистолетом бегает. Да, там вообще это, у них круто. Это на нашу гнилую движуху они ответили тем, что пушку наставили просто и вали отсюда. Заработал. Она петляет сюда. Ну и что, короче, на этом прекратим, наверное, потому что у нас тут определенные технические сложности, да и времени уже прошло достаточно. Как раз под завязку серии получилось, да, у нас так, вообще ничего страшного, они далеко не дошли, нормально. Да, в общем, увидимся в следующий и пойдем там к этому, как его звали-то, я уже успел забыть, пока мы тут втыкали. И да я даже не слушал, если честно, ну ладно. Ну, в общем, мы его найдем, обещаем. Мы даже узнаем, кто он и что ему от нас надо. А, это навык, ему что-то нужно. Короче, увидимся в следующей серии, надеюсь, вам понравилось. Всем пока. Добавил, друзья, да. Всем пока, удачи. Not gonna take what they've got to give.